18 декабря делегация в составе депутата-министра Ванона Каидзе, а также директора программы экономических исследований Института Абхазии Ираклия Гагуа, экономиста и предпринимателя Омари Бинкапиридзе посетили Pacific Club в Оранж-Каунти для представления там винодельческой продукции Грузии. Встреча проходила под эгидой Института Абхазии. В связи с потерей рынка сбыта вин в России, вызванной экономической блокадой Грузии со стороны России, Грузия не безуспешно осваивает новые пространства. В Pacific Club грузинскую делегацию встретили в качестве хозяев господа Тони Ванатик и американский бизнесмен китайского происхождения мистер Джо Уай Чуанг. Господин Джо Уай Чуанг является владельцем обширных плантаций виноградника в Калифорнии, Австралии и Европе. Сам производит и экспортирует вино во многие страны и лично является прекрасным дегустатором вин. Грузинская делегация произвела фурор на встрече, прежде всего благодаря умелой презентации господина Омари Бинкапиридзе. Господин Ванона Каидзе со своей стороны рассказал о законодательстве Грузии, поддерживающих бизнес-проекты, а также проинформировал о законах, защищающих инвестиции и финансовые вложения иностранных предпринимателей. Присутствующие отметили великолепное качество грузинского вина и сделали несколько предложений, которые могут сделать господина Чуанга самым ценным винным партнером Грузии. Стороны договорились о встрече после новогодних праздников в середине января для окончательного обсуждения предложений и установления партнерства.